Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я хотела вам показать видео с жемчугами. Первое украшение. Вот такой длинный, огромнейший камушек украшения из жемчуга. Он не натуральный жемчуг, но с такой розочкой. Такая симпатичная, больше похожа на антик. Роза, длинное украшение с 5 нитями, такой замочек здесь. Замочек можно сделать больше, меньше. Здесь вот такое большое длинное украшение. Это роза под серебро, может. Не уверена, может она серебряная, я ее не проверяла, но она под серебро. Хотя нет, это металл. Такое огромное украшение. Мы сюда положим. Следующая вот такая, такой браслетик из жемчуга. Жемчуг натуральный здесь, речной. И он не подписан. Следующий такой браслетик от Avon, такой элегантный, тоненький. Avon подписано вот здесь. Avon. А вот это украшение, это как бы даже чокер. Чокер. Вот такой вот. Оно 1928 компания. Такой вот застежка. Здесь вот такой хук. Что-то не могу его одеть. Так. Это не натуральный жемчуг. Здесь золотистыми вставочками. Потом с такими кристалликами. Это пластиковые прозрачные beads. И вот такой жемчуг. Такое симпатичное колье. Здесь, да, также вставочки вот такие золотистого тона на концах. Такое симпатичное колье. Следующее украшение. Это не чокер, тоже из жемчуга. И оно такое, таким, с таким, как бы, немножко ойловый, немножко бензиновый оттенок у него. Вот это покрытие немножко, по-моему, да, тоже бензинового. Легкий. Такая простая застежечка здесь. И также через каждую бусинку вставка из бисера на ниточке. Следующий у меня такой длинная такая бусина на цепи. Бусины на цепи. Здесь несколько цветов, начиная от прозрачного до такого сливочного цвета. Похоже они на стекло, но не такие тяжелые. Знаете, что самое интересное? Не знаю, если вы увидите вот в двух вот здесь. Здесь типа как какой-то типа рисунок. Видно вам, не видно? И вот здесь, по-моему, двое из них с рисунком безельской оправе такой. Такое длинное украшение. Замочек, конечно, пострадал от времени. Но он сзади будет, его не видно особо будет.
Следующие бусы у нас такие. Они из пластика. Тоже длинные. Здесь такой белый жемчуг, а золотистые бидс и такой цвет плам на нити, сливовый цвет. И вот здесь застежечка. Так вот. Они не подписаны. Легкие бусы. Следующий бус — это цвет, такой яркий цвет фужия, или даже малиновый, я бы сказала. Тяжелые. А Art Glass стекло, все стеклянные. С такой вот застежечкой. Три нити разной длины. Стеклянные, яркие бусы. Есть также вот такие желтенькие бусы из пластика. Бусы разной величины и разной shapes. От белого, желтого, желтые, оранжеватые. Такая вот застежечка. И на застежечке надпись West Germany. Такие симпатичные желтенькие бусы. Вот эти бусы, я бы сказала, чокер они. Желтые были тоже как чокер, это тоже чокер. Здесь такие персиковый цвет, белый цвет бус. Такой sugar coating. Потом с такими узорами. Матовые бусы. И это Japan. Да. Но здесь есть один недостаток в этих бусах. И цена, конечно, понижена на них. На одном из бусинок слез коутинг. Сейчас я попробую найти его вот здесь. Его можно как-то закрасить, и его незаметно будет. И он, как, когда вы одеваете, он будет смотреть как бы вниз, не наверху. Поэтому его особо и не видно будет. Эти бусы от Japan тоже. Такие тяжеловесные. Здесь есть и стеклянные, и пластиковые бусы. И вот такие стеклянные арт-стекло с такими золотистыми вставками. Очень интересные эти бусины. Потом белые бусины, матовые. Вот такое... Как бусина с золотистой как бы посыпкой. Чокер. Все размеры будут у меня на Etsy Shop, поэтому вы можете посмотреть. Такие. Вот такой вот чокер. Симпатичный. Следующий у нас тоже, по-моему, Japan. Да. Japan. Вот такой чокер, пластиковые бусы. Каждая бусинка идет через бисер. И вот такие желтоватые с Aurora Borealis бусины с обеих сторон золотистые, такие как бы шапочки. Симпатичные бусины. Такие вот. Следующий бус хотела показать, они от Кора. Вот такие вот. С таким хук. И здесь написано Кора. Такие как бы чокер, бип, с такими бусинками. Симпатичное, очень элегантное украшение. Следующая жемчужная бусы, такая цепочка даже,
Она небольшая, с такими вставками, с трубочек. Она 14, здесь на замочке написано 14 карат золота. Также написано Мексика, 14 карат. И также это настоящие жемчужины, которые под ультрафиолетом они переливаются. И когда вы на них светом светите, они становятся такой оттенок, пару оттенков голубой, зеленоватый, по-моему, такой фиолетовый был оттенок. Такие вот бусы золотые. Золото стоит, маркировка золота стоит на замочке. Поэтому я не знаю насчет вот этих вставочек. Но это настоящий жемчуг. Следующие вот такие жемчужные бусины, тоже настоящий речной жемчуг с золотистыми вставками. Три нити, чокер. На замочке есть маркировочка 14 карат. Четырнадцатикаратное золото. Такие настоящие, настоящий жемчуг рисовый. Еще один жемчуг, жемчужные бусы, тоже рисовый, тоже настоящий, но он поменьше размером. Так, если этот побольше такой размером, можете сравнить, то это поменьше. И здесь 6 ниточек. Замочек вот такой симпатичный, в золотом тоне. Вот эти три нити, они светло-розового оттенка, а вот эти нити, они как-то между голубоватым и сиреневым цветом. Так, два цвета такой. Симпатичные бусы. Следующий очень короткий чокер в золотом тоне. Вот такая вот застежечка. По-моему, она не подписана. Но очень похожа на джаба, на Японию. Но не подписана. Такой симпатичный замочек. Вот такие чокер симпатичный. Следующий вот такой жемчужная нить с таким жемчужным жемчугом, речной жемчуг, но он, по-моему, украшенный. Такой овальной форме, с такими колечками. Цепочечка, удлинять ее можно. Такой симпатичный жемчуг. Следующие вот такие бусы. Простая нить, стеклянные бусы с таким симпатичным замочком. Бусы чокер. Очень хорошего качества. Следующие бусы длинные, тоже стекла. Это такого белого. Если вот это белого, эти бусы белые, но они как бы немножко кремоватые, я скажу так. Это вот это белое, реально белое. Вот смотрите, сравните. Два цвета. Такие длинные бусы. Здесь на замочке есть немножко повреждения, сход металла. Все можете видеть.
но он будет сзади, особо заметен не будет. Вот такая у меня есть такая длиннющая цепь, легкая, цепь с бусинами. Она очень легкая. Бусины настоящие, имитированные. А под жемчуг. Она также может делать adjust. Не подписано, но она реально очень-очень длинная. Ее можно носить в 2, в 3, может быть даже в 4 раза. Следующие у меня вот такие стеклянные бусы, тоже длинные, без замочка. Замочка нету на них. Одеваются через голову с такими вставками, сердечками, прозрачные. Сердечки как бы полупрозрачные, с такими серыми прозрачными. Жемчуг. Имитированный жемчуг, жемчужные бусины, белые, с переливом, с перламутром. А также здесь персикового оттенка, от белого до персикового оттенка. Также есть вот такие вставочки, тоже бусинки маленькие. Такие большие бусы. А также есть у меня такие бусы с такой звездой. Здесь вставка с кристаллами и марказиты. Они не подписаны, они не тяжелые. Так вот. Замочек. Все такие. Бусы graduated, начиная с маленьких бусинок и заканчивая с огромными большими. Две нити. Это такая цепь с бусинами. Видите, три разные цепочки, на них свисают бусинки. Такого, знаете, бежево-золотистого оттенка разной величины. Цепочки тоже разные. Такая. Разные длины цепочки. Она очень большая. Очень длинная, я имею в виду. Очень длинная. И здесь подписан N. Тейлор, таким замочком, три цепи, реально большие, длинные, но красивые. Также у меня есть вот такая цепь, она очень легкая, бусины пронизаны через цепь. Длинная, достаточно длинная. В очень хорошем состоянии. Замочек, правда, немножко не особо. Такой, знаете, изменил цвет. Подпись Корея. И они здесь, по-моему. Да, здесь подпись Корея. Просто корейские бусы в хорошем состоянии. Очень симпатичные. Следующая одна нить из речного жемчуга, натуральный речной жемчуг. Такие овальные бусы с кольцами. Он не подписан. Одна ниточка. Следующие стеклянные бусы разной формы. Мне кажется, это тоже Japanese style с таким замочком, но они не подписаны. Они стеклянные,
с таким нанесенным рисунком. Вот эти большие бусинки стеклянные, а вот эти маленькие бисеры из пластика. То есть как можно, в принципе, чокер его, может быть, можно назвать. Такой вот чокер, очень легкий. На цепи цепь пронизана, жемчуга пронизана через цепь. С такой цепочкой. Здесь, кстати, небывалый большой какой-то замочек слишком, мне кажется. Так вот. Ну, вот такой маленький чокер. Еще одна цепь. Правда, поменьше, чем прошлое. Очень легкая, золотистая, в золотом тоне, также вот такие жемчужины, не настоящие жемчужины. Подписано Корея на замочке. И вот здесь на замочке с какой-то стороны написано RG, то есть Rolled Gold. Вот я не уверена, если это только замочек или это вся цепь. Ну, вот такая симпатичная цепочечка. Следующие у меня бусы серебряного тона. Бусы эти на цепи. Длинные, тяжелые. И на замочке здесь Мане, да? Да, вот здесь Мане. Следующий вот такой чокер от Напьер. Напьер. Такая вот застежечка. Бусы белые, но сама вот эта часть, она в золотистом тоне и сливочного такого оттенка бежевого. Очень такой симпатичное украшение, чокер. Следующий у нас вот такие клипсы West Germany с разными beads, разной величины. И вот здесь даже какие-то текстурные. Верхняя часть в очень хорошем состоянии. А, по-моему, немножко есть scratch, немножко здесь потертость на бусинах. Здесь West Virginia. Но вот здесь сзади чуть-чуть есть патина. Такое видно, что поношенные со временем. Даже, может быть, не поношенные, а такие со временем утеряли свой такой металл яркий, хороший. Следующий. Вот эти клипсы в очень хорошем состоянии. Они фиолетового цвета. Бусины глянцевые и матовые. Такая бусина. Но с фиолетовым. И это Japan. В хорошем состоянии. Следующие большие такие вот эклипсы. Жемчугом огромнейшие.
тяжелые, не подписанные. И на сегодня последние серьги. Так он, они называются Level Back. Фиолетовые стеклянные бусы. Именно стеклянные бусины. Такие симпатичные. В очень хорошем состоянии. Не подписаны. На этом я буду заканчивать. Все, что вам понравилось, вы можете купить на моем Etsy Shop. Если вы хотите сделать резервейшн, бронь, тоже можете мне прислать, я сделаю. Спасибо за просмотр, до следующего раза.